Ламборгини Уракан. Стоит он тут давненько, потому что зимы, наверное, еще стоит, потому что на ней еще никто не ездил. Здесь у нее капот. Он даже открытый. Это Ламборгини. Кстати, у нее крыша еще открывается. Такой типа бардачок, что ли, такой маленький, или что это? Главное, есть подкурильник. Остальное все не важно. Хурака. i8 BMW. Бентли. Закрытый. Бентли. Закрытый. Очень много крутых машин, крутых новых машин. Хороших машин очень много, очень-очень-очень много. Ламборгини и Бентли. Тут есть еще Фера. Я про нее вообще забыл. Ламба или Фера? Тут все видно. Ну да, это же Феррари, ничего лишнего. Оригинальные вещи. От Ламборгини. $23. $90. Это накидка такая. $119. Это футболка Ламборгини XXL. $90. Я не знаю, хорошо видно или нет. Это $86. Это подкурильник, что я показывал. $70. Это мини-версия Ламборгини. $178. Это обгонники на Хуракан. Это для ухода. Это руль. Это, скорее всего, колесо заднее. А это переднее. Это переднее, это заднее. Почти в полтора раза. Если поставить, то вот это колесо, то примерно вот сюда, оно идет. И еще. Это же Ламборгини, ребята. Эй, босс, how much is? 368. Oh. Thank you. 368 233 доллара. Снял немного машин. Автоблогер из меня, конечно, не очень. Thank you, boss. Дальше будут грузы по всей Америке, по которой я буду ехать. Если вам будет интересно, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Это тоже у нас Aston Martin
Я, честно говоря, какого года я не знаю. Зарядочка, жвачка. Пахнет внутри просто. Это одна из 200 машин, которых... О, Aston Martin Vintage. Да. Это очень крутая машина. Выбрал я тоже Nissan. Газу. Опа, поехали. Не самое лучшее время дня, потому что солнце садится, светит в глаза, в лицо. Нормально снимать не получается. Это Audi. Это новая? Новая Audi или не новая Audi? Это 19-го года. А, это новая, да. А вот моя машина. Машины все, честно говоря, очень-очень грязные сильно. Они стоят тут уже давным-давно. Ламборгини. Машина всех времен. Ламборгини Урус. Лобовое стекло грязное. Даже не знаю почему. Вообще-то у них передние и задние колеса отличаются друг от друга. Так, задние немного поглубже и пошире, передние поуже и поменьше. Эта машина, скорее всего, из Висконсина, потому что Висконсин. Там дальше еще есть несколько Ламборгини. Бентли. Это тоже Бентли. Вот еще один историческая машина по имени Ламборгини. Просто великолепная машина. У меня такой нет. Но все может быть. Вот еще один Бентли. А это уже Форд. Форд. О, открытый даже. До этого все машины смотрел, они были закрытые. Это Форд. Это просто что за машина такая? Блин, какого она года? Он на автомате, чтобы вы знали. На автомате. Какого он года? Я даже не знаю, честно говоря. Это просто что-то с чем-то, не машина. Вот так он у нас смотрится изнутри. Вся красная. С белым, с молочным белым. Просто отличная, просто офигенная машина. Да, двери закрываются очень плохо. 1955 года машина. Хорошо, что у нее еще дверь закрывается. Иногда люди покупают машину 2021 года. У вас какой-нибудь, и машина не закрывается, двери не закрываются. Вот еще одна ласточка. Ламборгини Урус, какого он года? Это Мазерати. Это у нас опять же Бентли. Тоже закрыто. Подъехал, короче, сюда к Aston Martin, остановился. Ну, типа администратор, он в костюме, мужичок около Audi, который стоит, спрашивает: это твой трак? Это твой пикап-трак? Я говорю: да. Говорит: ну ты нормально сделал, что сюда заехал. Land Rover, Mercedes, Land Rover, Jaguar, GMC, Lexus, Cadillac, Subaru, Porsche, Cayenne,
Jaguar, Porsche Cayenne. Блин, ценников нету. Ценников нету. На такой машине я ездил. Короче, сюда три пальца еле как засовывают. Лучше два пальца засунул и открыл. Ну, она закрытая сейчас. Он, конечно, не сравнится с Lamborghini. Но все же, это тоже машина. Очень старая какая-то машина. Очень-очень старая. Там дальше. Так, Maserati, Aston Martin. Aston Martin. И дальше до конца везде все Maserati.